Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Тихнович Лапкин. Мы продолжаем наше чтение пособия по беседе с людьми различных убеждений. Урок номер пятый. Заголовок. Луна – самая близкая к земле небесное тело. О Луне сказано в Слове Божьем что Бог создал светила меньше для управления ночью, 1.16. Лу... Луна находится от Земли на среднем расстоянии 384 400 километров. Она меньше Земли по диаметру в 4 раза. Создатель так устроил два светила великие, 1.16, то есть Солнце и Луну, что во сколько раз Луна меньше Солнца по диаметру, Примерно во столько же раз она ближе, чем Солнце, расположено к Земле. И поэтому оба эти светила в поперечнике кажутся нам одинаковыми. Луна – темный холодный шар, и, подобно всем планетам Солнечной системы, она светит, отражая падающий на нее свет от Солнца. Люди уже немало знают о Луне, этом уникальном небесном теле, но еще много загадок таит она в себе. Кто привел в движение Луну, никогда не отступающий от своего расписания даже на секунду. Чтобы математически описать и рассчитать движение Луны, потребовалось не одно столетие напряженных трудов, таких выдающихся умов, как Клеро, Даламбер, Эйлер, Паусон и десятков им подобных математиков. Так могла ли без высшего разума Луна сама прийти в движение? Нет, конечно. Период обращения Луны вокруг своей оси строго совпадает с периодом его обращения вокруг Земли. Поэтому нам видно всегда только одно полушарие Луны. Каждый раз Луна восходит над горизонтом позже, чем в предыдущие сутки, в среднем на 50 минут. В Святой Библии говорится, что Луна создана для знамений времен и дней и годов. Бытие 1.14. Он, Господь, сотворил Луну для указания времен. Псалом 103, 19 И действительно, Луна такое небесное светило, по которому в Ветхом Завете вели календарь. Главные праздники народа Божия Пасха и праздник Кущий начинались в день полнолуния. Через каждые 29,5 суток на небе повторяется смена фаз Луны, которая отражает изменения видимого положения Солнца Земли и Луны продолжение одного оборота Луны вокруг Земли. Чередование лунных фаз происходит так. После того, как в течение нескольких ночей Луна совсем не показывается на небе, вдруг появляется сперва узкий серпик Луны. Он день за днем растет, становится горбушкой, наступает, как говорят, первая четверть Луны. И через несколько ночей ярко сияет на небе полная Луна, наступает полнолуние. Спустя одного или двух дней после полнолуния луна идет на убыль. Как говорят в народе, стареет. Через неделю наступает третья четверть. Виден светлый полудиск с выпуклостью, обращенный влево. За каждые сутки Луна смещается на небосводе по отношению к звездам на 13 градусов в направлении запада на восток. Стареющая Луна с каждым днем все ближе подходит в утренние часы к востоку и в конце, в концов, теряется в лучах солнечной зари. Через неделю после третьей четверти наступает новолуние, время, когда луна совсем не бывает видна на небе. Когда лунный серп напоминает букву «С», это старая луна, если же мысленно добавим палочку, получая букву R, это растущая луна. На луне нет атмосферы и нет воды, продолжительность лунных как дня, так и ночи равняется двум земным неделям. Отсутствие атмосферы сказывается на том, что на поверхность Луны проникают опасные для живых организмов космические лучи, а также рентгеновские и корпускулярное излучение Солнца. Лунная поверхность подвергается непрестанной бомбардировке потоками метеоритов, которые при наличии атмосферы сгорали бы от трения о воздух. Отсутствие атмосферы отражается также на резком перепаде температуры между днем в подсолнечной точке плюс 30 градусов и ночью минус 170. Поверхность Луны можно наблюдать даже в бинокль. При этом взору человека уже открывается кое-что интересное из лунного рельефа. Святой Василий Великий писал в своем знаменитом творении «Беседы на шестоднев». «Измеряя Луну не глазом, но рассудком, который при открытии истины гораздо вернее глаз». Луна, как небесное светило, изумительно красива. Недаром премудрый Соломон использует сравнение прекрасное, как луна» песни 6.10. Луна величественно шествует, Иов 31.26. Создана, чтобы славить Творца, Псалом 148.3. В Ветхом Завете с Луной связано такое чудо, как ее стояние на долину Айлонскую. Иисус Новина 10.12.13. В древности среди язычников было распространено поклонение Луне как царица небес. Она почиталась богиней Астартой у Финикиан и сирийцев. Ее обожествляли и ей поклонялись арабы, египтяне и другие народы. Несмотря на строгое запрещение Моисеева закона в закон 4.19, израильтяне тоже временами обожествляли Луну. 4. царь 23:5 Иеремия 8:2 поклонялись и служили Луне. И за это Господь наказывал свой народ. Иеремия 8, 8 глава с 1 по 3 стих. Виновных в этом грехе идолопоклонства подвергались смерти. Второзаконие, 17 глава с 3 по 6 стих. Название главы. Другие планеты Солнечной системы. Солнце и Луна, более других небесных светил, знакомы людям. Мы видим почти каждый день Солнца и почти каждую ночь Луну. Говоря о Солнечной системе как уникальном дивном творении Божьем, надо хотя бы совсем кратко рассказать и о планетах. Каждая из планет Солнечной системы имеет свои неповторимые особенности. Из всех планет только Землю Господь создал пригодной для жизни человека. Меркурий ближе всех планет расположен к Солнцу и поэтому... На земном небосводе он всегда близок к ослепительному диску Солнца и дольше, чем на два часа после захода Солнца. Не задерживается над горизонтом. Венера утренняя, она же и вечерняя звезда, самая яркая светила из всех звездообразных объектов неба. Она окутана сплошным покровом белых облаков. Марс выделяется среди других планет своим красным светом. Атмосфера на этой планете очень разряжена. Даже в небольшой телескоп можно увидеть белые полярные шапки на полюсах Марса. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Он в 1300 раз больше по объему, чем Земля. На Юпитере нет смены времен года, поскольку ось его вращения перпен... перпендикулярна к плоскости его орбиты. Сатурн – самая далекая в Солнечной системе планета, видимая невооруженным глазом. Очень привлекательным является кольцо Сатурна, Уран видел только в телескопе, где он представляется маленьким диском зеленоватого цвета. Эта планета вращается как бы лежа на боку, ибо ось ее вращения направлена к Солнцу. Нептун и Плутон вследствие своего огромного удаления от Солнца, Нептун 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, Плутон 40 раз, получают совсем мало солнечного тепла и света на этих планетах, царят тьма и очень низкой температуры. Еще много можно говорить о планетах, о Солнечной системе в целом, но и сказанного уже вполне достаточно, чтобы убедиться, что наша планетная система имеет дивное устройство, и своим происхождением она обязана всемогущему Богу. Ни слепая неразумная природа, ни случай не были способны так великолепно создать Солнечную систему. Здесь все рассчитано согласно точнейшим математическим законам. Например... Еще в 17 веке Кеплер сделал открытие, что радиус вектор планеты за одинаковые промежутки времени описывает равные площади. Второй закон Кеплера. Или квадраты звездных периодов обращения двух любых планет относятся как кубы больших полуосей их орбит, третий закон Кеплера. Творец являет свою неисчерпаемую оригинальность во всех своих созданиях. Он устроил неповторимыми хотя бы по форме не только каждый лист, но и каждую песчинку на земле. Дивную свою оригинальность Всевышний показывает человеку и в устроении Солнечной системы. И здесь Бог все сотворил, как говорится, не на одно лицо. Неисчислимы все особенности тел Солнечной системы, между ними существуют различия во всем. Так, к примеру, Солнце в 330 тысяч раз а Юпитер в 318 раз больше Земли по массе, а Луна в 81 раз меньше Земли по массе. Каждая планета имеет свое сжатие. У Меркурия и Венеры оно равно нулю. У Земли 1 дробь 298. А вот у Юпитера сжатие очень велико. 1 к 10. Каждая планета имеет свое наклонение орбиты к эклиптике отличается наклонением экватора к плоскости орбиты, имеет отличную от других планет среднюю плотность. У каждой из них свой период обращения вокруг оси. Планета-гигант Юпитер поворачивается вокруг своей оси лишь за 9 часов 50 минут. А Меркурий, имеющий массу в 16 раз меньше, чем Земля, поворачивается вокруг оси почти за 59 суток. Меркурий, поскольку он ближе всего к Солнцу, имеет самый короткий период обращения вокруг Солнца – 88 суток. А вот Плутон настолько удален от Солнца, что период его обращения вокруг Солнца составляет 250 лет. Тела Солнечной системы имеют и множество других особенностей. Заголовок. Господь премудростью основал Землю. Славнейший ветхозаветный мудрец Соломон, созерцая окружающего мироздания и размышляя над его устройством, пришел к выводу. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Притча 3.19 Богодохновенный пророк Иеремии говорит о Боге Творце. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. Иеремия 10.12 Сколько же дивной, непостижимой премудрости Божией открывается в устройстве нашей планеты. По проекту небесного архитектора Земля расположена на таком расстоянии от Солнца, что достигающее ее количество солнечного света и тепла обеспечивает существование жизни в весьма чудных и разоб... разнообразных формах. Если бы это расстояние было хоть немного меньше или больше, чем оно есть в действительности, тогда вследствие избытка или в противоположном случае недостатка тепла не могли бы существовать очень многие представители растительного и животного мира. Земля имеет значительную массу, благодаря чему силы тяжести достаточно для удержания атмосферы и гидросферы морей и океанов. Но если бы земная сила тяжести была бы больше по величине, деревья и травы имели бы меньший рост, всем живым существам труднее было бы передвигаться, каждое тело имело бы больше вес и так далее. Тот факт, что на Земле именно такая величина силы тяжести, именно такая величина напряженности магнитного поля, именно такой химический состав атмосферы, именно в таких пределах изменяется температура воздуха, именно такая продолжительность суток, перечню этому нет конца. Все это весьма убедительно говорит о том, что жизнь человека на Земле создана премудростью Божией. Поразительно, как все в нашем организме взаимосвязано и находятся в зависимости от всех физико-химических особенностей нашей планеты. Будь, например, сила тяжести больше, чем она на самом деле есть на Земле, потребовались бы человеку другая конструкция скелета, более крепкие мышцы и, соответственно, больше приток к ним крови с питательными веществами, что в свою очередь должно было бы отразиться на устройстве всей сердечно-сосудистой системы, других систем и органов человека. Смог бы тогда вообще действовать организм человека? ведь сейчас он устроен в идеальном соответствии с оптимальными решениями многих сложных задач механики, того же сопромата, известного инженерами из вуза, не говоря уж о других законах физики, химии и биологии. Даже не вникая глубоко в особенности физиологии человека, рассмотрев всего лишь передвижение крови по сосудам, сколько зависимости от силы тяжести можно установить здесь. И это далеко не случайно, что земная атмосфера имеет именно такой химический состав, который необходим для человека. В результате знакомства с химико-физической стороной процесса дыхания и его зависимостью от всех физиологических процессов, происходящих в организме человека, нетрудно понять, что этот организм просто предназначен именно для такого, а не другого состава атмосферы. Это предназначение организма ясно видно на уровне конструкции соответствующих органов человека и во всем многообразии сложных биологических процессов, которые в той или иной степени имеют отношение к дыханию. <как> воздух, которым мы дышим, прозрачен, и поэтому глаз может без помех смотреть через воздух на окружающий мир. Звуки, которые мы слышим, есть колебания частиц воздуха в соответствии со свойствами окружающего нас воздуха, устроены и наши глаза, и наши уши, и наш язык изгортанию, орган речи. Случайно ли все так устроено и взаимосвязано? Если учесть значение атмосферы и для погоды, и для защиты Земли от вредных космических лучей, и для полета птиц и насекомых, и для распространения радиоволн и так далее и тому подобное, то, конечно же, следует признать во всем этом сверхразумного Творца. Говоря о других особенных целесообразного устройства нашей планеты, укажем, что сравнительно непродолжительные сутки обеспечивают температуру на поверхности планеты в допустимых для живых существ пределах. Причем в экваториальных районах, куда в течение всего года поступает значительное количество солнечной энергии, продолжительность дня и ночи почти одинаковая, и этим самым уменьшается время дневного зноя и увеличивается период охлаждения поверхности ночью. Каждые сутки в атмосферу Земли вылетают из космического пространства сотни миллионов метеоритов. Если бы атмосфера была меньше плотной, то раскаленные при трении о воздух эти космические частицы не успевали бы сгорать и производили бы на Земле бесчисленные пожары. От Солнца непрерывными потоками идут ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, гамма излучения который способны за несколько минут уничтожить все живое на Земле. Однако благодаря атмосфере этого не происходит. Губительные лучи поглощаются слоем озона, находящегося на высоте 20-25 километров. Атмосфера служит также своего рода рубашкой, предохраняющей планету от перегрева днем и при охлаждении ночью. Подобные примеры благоприятных условий, в которых оказалась Земля по замыслу премудрого Создателя, можно продолжать без конца. Итак, данный раздел о Солнечной системе подошел к концу. Прочитав его читатели как бы воочию, в, в какой-то мере увидев, насколько премудро устроена наша планетная система, увидел. Мысленно на этих страницах мы побывали в просторах космоса, и это наше знакомство с Солнцем, Луной и планетами должно нас приблизить к их Творцу. Святой Иоанн Златоуст писал, «Прекрасно небо, но оно создано для того, чтобы ты воздал поклонение Творцу. Светло солнце, но для того, чтобы ты почтил Создателя». Этот же святитель продолжает дальше свою мысль так. Если человек останавливает свой взор только на чудесных божьих творениях и не устремляется очами своего духа к Богу, для такого человека свет стал тьмою, или лучше сказать, он свет превратил, превратил в тьму. Заголовок. Необъятная вселенная прославляет безграничный разум Творца. По мере внедрения новых изобретений в наблюдение звездного неба. Люди обнаруживают все больше и больше звезд в просторах Вселенной. Так современные телескопы позволяют видеть в сотни тысяч раз больше звезд, чем их видно невооруженным глазом. Числа же всех звезд люди не знают и не могут знать, ибо один только Господь исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Псалом 146, 146.4 мы это читаем. Как полагают астрономы, количество звезд, видимое в телескоп, ничтожно мало по сравнению с числом звезд, которые находятся вне поля наблюдения человека. Открывающаяся перед нашим взором бескрайность Вселенной говорит не против, а только за Бога. Один из крупнейших астрономов 20 века Милн считает, что создать бесконечную Вселенную мог только бесконечный Бог. И действительно, признавать творение Божие весьма великими – значит чтить Бога. Рассматривая в телескоп нескончаемое множество галактик, Нельзя не восхищаться разумом их великого создателя. Четыре наиболее яркие галактики заметны невооруженным глазом. Это наша галактика, Млечный Путь, Туманность в созвездии Андромеды, Туманность Андромеды и еще две галактики, Большое и Малое, Магеллановы облака, которые можно наблюдать в южном полушарии неба. Среди бесчисленных галактик одни так называемые эллиптические, они имеют форму эллипсоидов, тел, похожих на шары, сплюснутые вдоль оси вращения. Другие спиральные. Спиральные галактики наиболее многочисленные и имеют самые разнообразные формы. Есть еще галактики, как говорят, неправильной формы. Каждая галактика объединяет примерно 150 миллиардов звезд. Звезда от звезды находится в среднем на таком расстоянии, что свет, движущийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, проходит это расстояние за 4 года. Для сравнения, свет от Солнца до Земли идет немногим больше 8 минут. Поезд же, движущийся без остановок с постоянной скоростью 100 км в час, прошел бы путь, равный расстоянию от Земли до Солнца, за 170 лет. По современным космологическим представлениям, в наблюдаемой области Вселенной, метагалактики, заключается сотни миллионов и даже миллиардов галактик. Как и здесь, не воскликнуть вместе с Ампером. Как велик Бог, а наше знание ничтожно. Человек издавна стремится узнать, как устроена Вселенная. В поисках ответа на этот вопрос появляются различные космологические модели, которых уже десятки. Однако человек еще бесконечно далек от знания полной картины мироздания. Все, что известно людям о бескрайной Вселенной, это примерно столько же, сколько знаний о глубинах и просторах океана у человека, который изучал его, отойдя всего лишь на несколько шагов от берега. Способен ли такой океанолог хотя бы грубо изобразить контур океана? Если Вселенная и имеет какие-либо границы, то они ведомы только Богу. Вполне возможно, что звезд и даже галактик больше, чем песчинок во всех пустынях мира, и на берегах всех морей. Ведь Бог всемогущ и безграничен в своем разуме и своих творческих способностях. Святитель Василий Великий высказывается, Создатель этой вселенной имеет творческую силу не для одного только мира достаточную, но в бесконечное число раз превосходящую все величие видимого привел в бытие одним мгновением воли. Далее святой Василий Великий говорит, Бог наш ничего не создал сверх потребности, также не создал и недостающего чего-либо. Существование Вселенной – убедительное доказательство существования Бога. Размышляя о бескрайности Вселенной, человек невольно задается вопросом, для чего существует столь необъятная Вселенная. Наука бессильна сказать здесь что-либо так же, как ей не ответить и на другой вопрос – что такое материя, другими словами, природа – и как она пришла в движение, развитие, ибо наука изучает материю уже в готовом виде, не задаваясь вопросом о ее происхождении. Допустим, какой-нибудь астроном-любитель обнаружил в, своей телескоп великол... в свой самодельный телескоп великолепный дворец на Луне. Он не может им налюбоваться через линзы и объективы, тотчас появляется масса вопросов, они растут и множатся. Увлеченный своим открытием, этот придуманный наблюдатель звездного неба, не находя другой возможности, чтобы лучше разглядеть дворец, в порыве любознательности поспешает со своим телескопом с балкона на крышу дома. Намного ли яснее теперь увидеть дворец, увидит ли прекрасное здание с других сторон? А поможет ли здесь телескоп ответить на вопрос, кем и для чего создан этот дворец, кто его обитатели и чем они занимаются? Не так ли обстоят дела и с познанием человеком всей Вселенной с помощью телескопов и межпланетных станций? Можно ли хоть как-то сопоставить размеры Вселенной и ту высоту над Землей в сотни и тысячи километров, на которой движутся искусственные спутники Земли? Говоря же о том расстоянии, на которое удаляются от Земли межпланетные станции, следует сказать, что по сравнению с расстоянием хотя бы до самой ближайшей звезды, оно значительно меньше, чем расстояние от балкона до крыши дома в сравнении с расстоянием до Луны. Астрономия имеет дело с очень и очень огромными расстояниями. Эти расстояния, выраженные в километрах, записываются в 23-значными чис числами. И это не край Вселенной. Чтобы хоть как-то вообразить себе такое расстояние, рассмотрим пример. Если бы размеры Земли всех небесных светил и всего космического пространства можно было бы пропорционально уменьшить так, чтобы наша огромная Земля стала бы как яблоко, тогда все небесные светила весьма значительно сблизились бы между собой. Но даже при таком сближении самые отдаленные из числа известных нам звезд были бы в сотни миллионов раз дальше от Земли, чем фактическое расстояние от Земли до Солнца. Серьезно задумайся над этим. Бог вне пространства. Он не связан никаким, ни самым большим, ни самым малым расстоянием. Человеку не понять этого, как и другие свойства Духа Божия. Но аналогию, хоть и очень грубую, можно провести. В микромире, в мире молекул, атомов, мельчайших частичек, из которых построены атомы, расстояния ничтожно малы. Размеры Тело взрослого человека, например, в 100 тысяч миллиардов раз превышает размеры атомных ядра. Ясно поэтому, что человек не может быть связан масштабами микромира. Он вне восприятия пространства, характерного для микромира. Бог находится также и вне времени. Для Бога и тысячи лет, и миллиард лет, и какой-угодно еще больший промежуток времени. Это как миг мгновение, подобно тому, как для человека время характерно для процессов, протекающих в микромире. Например, для человека 1 секунда это миг мгновение. Одна же секунда по отношению к 10 к минус 23 степени секунд 0 запятая раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11, двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать два двадцать три то есть двадцать нуля и одна секунда или 10 минус 38 степени время жизни некоторых элементарных частиц это своего рода бесконечность то есть для нас это доля секунды а для Элементарная частица – это целая жизнь. Все процессы, протекающие как в микромире, так и в просторах Вселенной, есть результат непосредственного вмешательства Всевышнего. И Бог позволяет человеку познавать проявления своих действий на уровне математических, физических, химических, биологических и других законов. Выдающийся физик Эрштед писал по этому поводу «Все бытие есть сплошное творение Бога, всюду отпечатлевшая на себе бесконечно совершенный, неизменяемый его разум. В нашем сознании это непрерывное действие божественного разума, и его вечное торжество с собой делается законом природы. Достоверные знания о мироздании, а не догадки, предположения и гипотезы, не могут противоречить христианству. Даже если бы наука доказала, что осмысленное устройство Вселенной произошло от случайного соединения разных там космических частичек газополевого облака, неустроенного первого вещества, но ну откуда эти частички пылинки первое вещество, то и тогда обязательно следовало бы признать Бога. Сам себе хаос не может прийти в порядок, бессмыслица обрести смысл, неразумное произвести разум, слепая случайность произвести такой изумительный орган, как глаз человека. Так вот, если бы все же ученые располагали неопровержимыми фактами, что Вселенная – дело случая, то тогда надо было бы сделать только один вывод. Бог, целью явить свое непостижимое всемогущество, повелел неустроенному веществу устроиться случайным образом путем, случайным путем, и оно повиновалось Всевышнему. Можно без конца говорить и писать о том, как мир звезд прославляет бесконечный разум Всевышнего. Звезды неба никогда не прекращают свою убедительную проповедь от Творце. Звезды всегда говорят нам о Боге. С глубокой древности философы-материалисты утверждают, что Вселенная бесконечна в пространстве и не имеет ни начала, ни конца во времени. Материалисты говорят, поскольку космос не имеет <coughs> границ в пространстве, значит нет Бога и нет Небесного Царства, ибо в бесконечной Вселенной не остается места для Всевышнего и Небесных Обитателей. А поскольку, мол, Вселенная безначальная, значит и нет Бога-Творца. Интересно знать, каким образом древним материалистам удалось установить, например, что мир не имеет начала. Они ведь не были пророками, прорицателями, наоборот, отрицали все сверхъестественное. Да ниоткуда они этого узнавать и не узнали. Им просто хотелось, чтобы так было, ибо этим самым исключается Бог-Творец. С древности до наших дней материализм и атеизм используют науку, особенно те ее направления, которые рассматривают мировоззрение в космических масштабах для утверждения своих безбожных идей. Задача науки – не быть служанкой материализма и атеизма, не подстраиваться по каким-нибудь либо идеологические установки, а искать истину, только истину и ничего другого, кроме истины. Истинная наука – это такая наука, которая может честно, открыто признавать и искоренять свои прошлые заблуждения, неверные выводы, расчеты и так далее. Если наука знает наперед то, что она должна найти, <coughs> это не наука, а служанка чьих-то интересов. Ряд известных в прошлые столетия научных гипотез, утративших свое значение к нашему времени, материалисты по-прежнему продолжают считать ценными и прогрессивными, поскольку в свое время они способствовали утверждению атеистического миропонимания. Например, <coughs> В 1796 году французский астроном, физик и математик Пьер Симон Лаплас предложил космологическую гипотезу, в которой пытался объяснить происхождение Солнечной системы. <coughs> Некоторое время гипотеза Лапласа пользовалась популярностью и внесла свой вклад в распространение безбожного мировоззрения. Лаплас, один из немногих ученых, кто открыто причислял себя к разряду атеистов. Когда Лаплас ознакомил Наполеона Бонапарта со своей гипотезой, император спросил ученого, а где же он отводит место Богу в этой космого... космогонической системе? На этой ученый гораздо гордо заявил, что в Боге он не нуждается. Позже были установлены многие недостатки гипотезы Лапласа, а в современной космологии она утратила свое научное значение. Но и после прорвала этой гипотезы, Философы и материалисты объявляют ее прогрессивной, потому что она длительное время способствовала утверждению материализма. На этом примере видна предвзятость тех философов, которые не ищут истину, а отстаивают свою идейную позицию. Мы уже говорили, что материалисты, считая Вселенную бесконечной в этом в пространстве тем самым исключают бытие Бога. С этим согласиться нельзя никак, ни в каком случае. Слушая или читая подобные рассуждения безбожников, будем всегда помнить, что по своей сущности Господь Бог не может быть ограничен тем, конечно, или, конечно, ко... ограничен тем, конечно, или бесконечно космическое пространство. Если на самом деле космическое просторо не имеет никакого предела, так это или не так, никто из людей не знает и не способен узнать. Это нисколько не исключает существование Бога. Например, возьмем поверхность земного шара. Совершая кругосветное путешествие на нашей планете, мы никогда не находим край Земли. Говорить, что форма земной поверхности исключает на Земле любовь, добро и правду, значит говорить глупость. Подобно тому, как своеобразная геометрическая бесконечность, земная поверхность, не имеющая края, не вытесняет из мира любовь, добро и правду, так и бесконечное пространство Вселенной не вытесняет Бога. У христианина, основывающего свое мировоззрение на Библии и знакомого с современной космологией, может возникнуть такой вопрос: зачем Всевышнему надо было создавать столь непостижимо великое мироздание, когда человеку с преизбытком достаточно планеты, на которой он живет? А давайте разберемся с этим вопросом. Сравним размеры человеческого тела, диаметр земного шара, расстояние от Земли до Солнца. Диаметр Земли более чем 8 миллионов раз, а расстояние от Земли до Солнца в 100 миллиардов раз больше размеров тела человека, полутораметрового роста. Настолько ничтожно наше тело в сравнении с размером Земли и ее удаление от Солнца. Для нормального человеческого быта вполне достаточно домашний очаг размером несколько метров в длину, ширину и высоту, Однако для того, чтобы была возможность жить человека на Земле, наша планета должна иметь такие размеры и такое удаление от Солнца, которые никак не соизмеримы с нашим домом или квартирой. Независимо от того, 5-ли миллиардов людей населяют Землю, как теперь, и если бы на планете проживал всего-навсего только один человек, величина Земли и ее место в Солнечной системе должны быть такими, какие они есть в действительности. Подобно тому, как без Солнца и всей Солнечной системы невозможно жизнь на Земле, даже и одного человека, так для существования Солнца и Солнечной системы необходимы те звездные миры, которые мы видим на ночном небе. Мы многое сказали в этом разделе о необъятности Вселенной и что этим самым она свидетельствует о безграничном разуме Творца. Теперь перейдем непосредственно к разделу о Боге как Творце и промыслителе Вселенной.